ЦСКА так играют? А что, сразу, да, включение? Да, это, да, матч ТВ. А у тебя сегодня что-то? Ты можешь что-то Я завтра в 9, там репетиция уже у Украины. А начинаем мы с... Вторник, среда, четверг. Это на каком рейсе? Здесь. Да. Вот так, да. Да, да, что не видели. А, а вот тут. А? А, 40. Мы же должны накануне приехать нормально. Игры продолжаются. Сейчас матч РТРС и HSBC. HSBC в оранжевой форме, РТРС в синий. У HSBC сегодня победа над московским кредитным банком. Важнейшая. Со счетом 3-1 РТРС на поле не выходил. Занимают команды соседние строчки во втором дивизионе, но разрыв сейчас довольно большой. Ну и перед началом тура HSBC на 5 очков опережал РТРС. Сегодня еще провел 8-ю встречу и тоже выиграл. РТРС сегодня еще играет с Метлайфом и МТС-банком. Так что сколько-то очков РТРС наберет. В общем, если сейчас РТРС одержит победу, то интрига во втором дивизионе в борьбе за первое место возобновится. Если же не выигрывает, то у РТРС будет еще запас для того, чтобы оторваться сильнее от Сбербанк страхования. Там где-то еще вдалеке, в глубине Нордеа, ну, от которой тоже лучше сделать задел. Что называется, от греха подальше. Шансы на серебро у РТРС очень неплохие, но наверняка захотят они побороться за золото. Ремнева хорошую передачу сделал, и удар был на самом деле очень точный, если бы не нога защитника. Ушевский. Ремнев. Там со звукарем лечу, который у меня всем этим занимается. Я думаю, что мы, наверное, в одном месте тоже будем жить. Наверное, не так много вариантов. Лучше со звуковичкой. А? Лучше со звуковичкой. Блин, со звуковичкой. Мне не повезло. У меня он старый, брат. РТРС. Аут. Практически... А, угловой, да? Так что обойдемся без практически. Повторить нужно слишком рано.
Корнеушевский устремился к угловой отметке. Хороший выход вдвоем, да вчетвером уже против трех защитников. Хорошая атакующая игра сейчас пошла. Может быть и так, да. Я тебе скажу сегодня вечером. Да. Корнеушевский ход набирает, останавливали его, показывают, что придерживали за майку, но судья не видел. Ну, значит, ты мне там все покажешь и расскажешь. Да? Народ из аэропорта, слышишь, что ты спал, потом нам друг другу сказали. Нарушение. И здесь до ворот около 11.5-12 метров. В этом сезоне команды не встречались еще. Так что, ну вот интрига. До начала сегодняшнего тура преимущество HSBC составляло 5 очков. Так что, если РТРС в двух матчах против HSBC одерживает победы, то ну, весьма вероятно, что первую строчку займет. И забивает все-таки HSBC, берет свое опытом, классом. Пока у HSBC он повыше. 1-0, но посмотрим. Это еще только начало, только первый тайм идет. 11-1, да, сам все забил. Борец пытается от трех уйти, защитников не выходит. Снова РТРС близок был к тому, чтобы забить. Угловой удар. Да? Ну мы с тобой там будем списываться. А что там по ценам, кстати, так? Эти рестораны, фиганы. Дешевле, чем в Москве, да? Раза в полтора-два.
Такси везде дешево, только в Москве дорогое и в Питере. Такое бывает. Я первый раз в Волгограде когда был, там то же самое, я охренел просто. А, ну я не знаю, там ЖД-то я не буду. Заканчивается первый тайм 1-0. Второй тайм, будем надеяться, получится таким же насыщенным, как и первый. 1-0. Забит немного, но игра в целом была такой атакующей, боевой. Было на что посмотреть. И РТРС принципиально важна в этом матче победа. Карнаушевский удар попал в ногу вратарю. Кремнев бьет. Пытает мяч HSBC. Ремнев. Снова он. Все больше индивидуальных единоборств. Стесняются игроки брать на себя. Принимай. Дальняя никого, Коля, дальняя никого. Давай, дальняя, Коля, пошевелись, давай, давай, пошевелись, давай. Тренер ТРС показывает повыше прессинговать. Карнаушевский. Здорово мяч с одной ноги на другую перекладывает. Игра. Мяч в поле. Коробочку зажали игрока РТРС. Чиев один в стенке остался. Черемухин поруководил им. Поставил на нужное место. Кирсанов. Воюем еще. Попадай. Попадай, попадай, Коленька. Радоушевскому здесь тоже немного досталось по ахиллу. Рубин один на один не забили. Толчок в спину. По фолам счет равный 2-2. В этом матче HSBC ничья, в принципе, устроит.
Коля, не спеши, не спеши. Коля, там не спеши, не спеши. Жесткое столкновение двух ног через мяч, и в сетку ворот залетает игрок РТРС, но не мяч. Борец один, ему подсказывают, хотя на самом-то деле за спиной был вратарь, рядом еще бежал защитник. Слежов серию забросов делал. А мог через себя сразу пробить Габарец? Четыре минуты. Чейф немного ошибся. Ну, мне кажется, он хотел сделать изначально просто вынос, потом увидел, что Корнаушевский открыт. И поэтому, в общем, слишком быстро решение вынужден был принимать. Тайм-аут. Кто тайм-аут взял? Точно есть. Но если там будет две, я угощу, соответственно. Короче, разберемся. Там створ там. Нет, сюда створ. Необходим был HSBC тайм-аут для того, чтобы немного отдышаться. Ну, вот сейчас вроде бы восстановили силы. Скамейка у РТРС по длине, поэтому преимущество в концовке будет у синих. Последние две минуты пошли. Ну вот и все. Видимо, на этом заканчивается вся интрига. 2-0 счет. Ну, снова все очень четко делает HSBC.
если не случится неожиданный камбэк, а доведет дело HSBC до победы, то 23 очка у них будет на 11 больше, чем у РТРС. Ну, то есть отрыв уже будет, конечно, запредельный. Фактически HSBC сможет праздновать чемпионство. Борец далековато мяч отпускает. Конечно, РТРС будет сегодня еще два матча и в заключительном туре три поединка. Ну, то есть 5 игр, 15 очков можно набрать в теории. То есть сегодня HSBC чемпионство ни в каком случае не оформит. Сегодня может обыграть Нордеа, ну и вот в следующем туре, если наберет еще одно, получается, очко, то чемпионство себе гарантирует. Ну, может быть, что HSBC обыграет Нордеа, а РТРС в одном из матчей не наберет очки, тогда тоже HSBC станет чемпионом еще до начала последнего тура. Последние 18 секунд. Что ж, прозвучит сейчас финальный свисток. Итоговый счет 2-0.